Улан-Удэнский таксист погубил себя и двух своих пассажиров. Водитель Vortex Stingo возле села Батурино в Прибайкальском районе потерял контроль над автомобилем и слетел с трассы в кювет. Все трое погибли до приезда скорой. Никто из находящихся в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Отмечу, водитель такси в этот день не работал. Все ближе к людям. В Иркутской области в Ольховском районе 14 сентября на двух ягодников напал медведь. Одного из мужчин зверь прикончил на месте, второго успели госпитализировать. На помощь поспешили знакомые, которые ехали на автомобиле впереди. Хозяин тайги не испугался предупредительных выстрелов, тогда было решено застрелить животное. Пиротехников, что пытались путем подрыва терминала ограбить одно из отделений банка Иволгинского района, поймали. Трое молодых людей сознались в содеянном. Полицейские изъяли у преступников шапки с вырезанными глазами, перчатки и прочие инструменты. Преступники передвигались на автомашине иностранного производства белого цвета. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены трое жителей районов Республики Бурятия, в возрасте 90-х, 92-х годов рождения, значит, которые впоследствии дали признательные показания. Напомню, попытка ограбления произошла 8 сентября в половине четвертого ночи в поселке Иволга.